Это Донецк, студия «Аврора», цикл передач «Солдаты свободы». В гостях у нас ополченец, интернационалист, доброволец из Бразилии Рафаэль Маркес Лусварги. Здравствуй, Рафаэль. Здравствуй. Давно хотели с тобой побеседовать. Вот волею судеб ты был ранен, и тебя, наконец, можно поймать. Мы тебя поймали. И сразу же первый вопрос. Как ты оказался в Донецке, здесь у нас? То есть как здесь оказывались бразильские футболисты, мы примерно знаем. Как оказался ты здесь? Что тебя сюда привело? Это был приказ из моего командира в Луганск, чтобы попадать здесь в Донецк и быть командиром иностранцев и отделения, которые они начинают сидеть здесь, там, на казацево тоже. Но там в Луганске это еще Великая войска Донского, здесь это область войска Донского, но тоже казацкая. Хорошо, но тогда задам вопрос иначе. Как ты оказался в Луганске? Вообще, как ты приехал сюда, в Новороссию? Ну, когда война начиналась, я был в Бразилии, ну, потому что я бразилец. Но в моей семье мы читаем то же, что мы русские, потому что наши предки, ну, очень давно это было, но были русские. Ну, война в Руси, русская земля, это война в мою родную тоже. Я читал, что это мой долг, зажижать родную. Из-за этого я пришел сюда. Скажи, пожалуйста, русский язык ты знал еще в Бразилии или здесь ты уже улучшил свой? Ну, я читал несколько в Бразилии еще, в семье, ну, как писать и так далее. Но я больше учил, когда я жил в России. От 2010 до 2013 я жил в России, в городе Курск. Курске. Угу. Ты как-то по работе или просто так приезжал? Нет, это был на учебник. Я попробовал там учиться на медицинский университет, но... не для меня, бросал и начинал учиться в КГУ, чтобы лучше было выучить русский и администрацию. Скажи, до того, как приехать сюда, у тебя был какой-то военный опыт? Ты служил в армии или, может быть, увлекался какими-то видами спорта определенными? Да, я профессиональный военный, я служил в французский легион. А после этого я ездил в военную академию в Бразилию, закончил и пошел служить на коня милиции. Какая твоя военная специальность? В армии я был десантник. Как диверсионная группа, а потом в милицию, ну, милиционер, ну, на коня. Ты в Луганске оказался зимой или еще раньше? Раньше, в сентябре. В сентябре? В сентябре. Расскажи немножко, в каких как бы операциях ты принимал участие, если можно? Ну, когда я приехал, они положили меня на инструкции в призраки, в батальон. Ну, для меня это не было удобно, был из другой иностранцев, который, ну, только инструкции сделали, я прошел здесь воевать. На первой неделе еще был человек Фидель, ну, позвонок Фидель, который пригласил меня, ну, наступить в его отделение. Я сказал, что да, я был только рад за это. Мы пошел в Вергулевку, где мы там работали. Мы отработали там блокпост, который был мимо. Ну, больше тоже, как диверсионный, наблюдать. Ну, из этого человека я и стоял, но он решил, что мы можем поменять до призрак, до казацкого в Луганск. Я очень уважаю такой человек, как отец, но из-за этого я с ним стоял. И попадал в казацево, там в Стаханов, артиллерийское подразделение, полтинники. Ну, то есть ты как бы только в Вергулевке или еще были какие-то операции у тебя? Ну, в Вергулевке это только, это, как я и сказал, ну, можно сказать, что не разведка, но только наблюдать и диверсионной группами занимались. А после этого в Стаханов я наступил в артиллерию, первый на град партизан. И учил тоже, как использовать пушка Д-30 и град боевой машины. В декабре я бил из Бабай Луганский. Там тоже мы отработали несколько блокпостов, но первые две недели это мы сделали. После этого был какой перемирие, но я не знаю, потому что там не били связи с миром. И мы стояли в окопах в Фрунзе и Первомайска. Ну, там была несколько ситуаций, когда укропска приходили к нам, но мы не приходили к ним. Только так. После этого полтинник пригласил меня, вернулся на артиллерии, как и старший сержант, чтобы командир боевой машины град, так и был в Янвриал, 9 Янвриал. Еще в Янвриале они спросили добровольцев, чтобы штурмовик там в Дубальцево, когда была ситуация в Дубальцево котел. И я стоял в Дубальцево целый месяц. Вернулся, попадал несколько бразильцев к нам. А генерал Дремов сказал, что надо сделать группу разведки. Я будет бил командир, так и бил. И после этого тоже бил несколько французских здесь, который попадал к казацкому в Луганск. Ну, командиры поговорили с друг другом и решили, чтобы лучше, чтобы мы были всех здесь. Сейчас ваша эта интернациональная группа находится в Донецке. Да.
Скажи про своє ранення, де ти його отримав, при яких обстоятельствах, як давно? Ну, ми були в аеропорту. Ну ладно. Я попав в Донецьк, і вони принесли, положили нам в Горловку. Там в Горловку ми стояли два тижні в окопі. Ми повернулися в Донецьк, я спросив місце, де буде більше полезно. Ну, в аеропорту Ипеске война еще, бой еще идет, ну, потихоньку, не как и раньше, до перемир, но еще идет бой. И там это два недели, которые стало в аэропорту, мы наблюдали позицию в аэропорт, и иногда мы стреляли против друг друга. На 9-6 апреля я попадал в ранение, я был я и Макгайвер. Мы пошли наблюдать врагом, они видели, где мы били, ну, более-менее 500-600 метров из его позиции. И они открыли огонь из первый из тяжелый пулемет учился, а потом из ПКМ. Попадал пули здесь мне, как назовут эта штука? Ребра. В ребра. Но она пригодила и ушел, не сделал много вещей. И тоже ГС гранат насколько. Это не ломал костелев и ноги, но костелев уходил место, которое должен стоять. И здесь тоже был тяжелый ранение, много акулос здесь попадал. И, ну и почти везде висел. Это Макгайвер, который мне помогил, уже на месте он дал первой помочь, остановил здесь кровь, которая ушла, и взял меня до нашей линии. Когда в линии, когда мы вернулись в нашу позицию, там, они звонили машине, которая берет меня на гостиницу, на больницу. И здесь, там первый, там мимо аэропорт, потом они уже пришли мне здесь на уличный проспект, я забыл, на первый военный. В общем, в госпитале. Да, в госпитале. Следующий вопрос у меня будет такой. Я понял, что ты из семьи русского происхождения. Вот. Как твои родные, мама, папа, может быть, есть сестры, братья у тебя, относятся к тому, что ты приехал сюда помогать нам? Ну, когда я сказал моей маме, что «мама, извини, но я пошел, там война сделали, надо заряжать наш рон», она сказала: «Есть что-нибудь, я могу говорить тебе, чтобы поменять твой мысль?» «Нет». «Ну, я поддержу тебя, я только горжусь за тебе. Это надо». Ну, вся семья, родители, брат. Ну, у меня два брата, один сестра. Все мои друзья, они очень горжусь, они поддержи. Мой брат сказал, что через неделю, может быть, будет здесь. Но у него есть 5 сынов и дочери. Так это чуть-чуть трудно для ему сделать, как я делал. Потому что я холостой, без сына, ничего. Ты русского происхождения, это один фактор. Но я смотрю, что у тебя очень много символики советской, то есть гвардейский знак советской Красной Армии, и красная звезда, серп и молот. У тебя какие-то убеждения марксистские, коммунистические, социалистические? А какие политические идеи? Я не мешаю много из политик. Мне нравится Александр Дугин. Ты знаешь, кто это, да? Александр? Дугин. Да, конечно. Я очень уважаю такой человек, я согласен с ним почти всех из его идей. Конечно, очень люблю Советского Союза времени, Великая Русь, Русский мир. Это очень жалко для меня, что Советский Союз закончился. То есть ты, можно сказать, поклонник евразийской идеи. Да, евразийской идеи. Которую Дугин продвигает. Скажи, много ли с тобой здесь твоих товарищей, земляков из Бразилии, может быть, из каких-то других стран, потому что периодически возникает информация о том, что есть, вот, ну, бразильские, понятно, там есть добровольцы из Франции, там, ну, так, не конкретно цифры называй, но просто как, кого ты знаешь, вот, из каких стран здесь есть ребята? Ну, и здесь, в Донбассе, есть иностранцы из много земля. Есть Польша, есть немецкий, итальянский, есть... Я познакомился много сербских, один человек из Норвегии, испанский тоже. Изложили из испанского, когда был в «Призраке». Но мое отделение пока только французский бразилец. Ну, кто хочет приходить, ну, будет только, будет так рады, чтобы работать вместе. Я знаю, что, допустим, люди из, ну, добровольцы из Беларуси, из Казахстана имеют проблемы со своими правительствами, как бы они вне закона, они не могут вернуться к себе домой, не попав под какие-то карательные там репрессии, меры, связанные с тем, что они воевали здесь. Есть ли такое в Бразилии? То есть ты можешь так сейчас вернуться в Бразилию, или у тебя тоже могут возникнуть проблемы дома? Теоретически это не проблема для бразильцев изложить или работу в другой, ну, иностранцев земля. Если как добровольцы, как наемники, наш закон ничего не говорил этого.
Кроме если ты был военный. Если ты был военный, ты сможешь быть насколько проблем, но не серьезно, как и в Беларуси, Казахстан, Россия. Ну, ситуация такая, например, я, украинское ФСБ уже хоть меня как наемник. Через его страницу мое имя там уже есть. Ну, мне все равно, я не уважаю, в Украине не... Я буду в Киеве, но как и наше наступление будет туда. С туристической группой, я понял. Да, можно так сказать. Ну, я не знаю других бразильцев, которые со мной, если не будет проблем. Если украинское государство ничего говорит с наш, проблем никаких не будет. Ну, я, когда я вернулся в Бразилию, уже несколько вопросов надо отвечать для нашей федеральной милиции. Это как и бразильский ФСБ. Ну, ничего серьезного. Ты уже узнал об этих событиях, которые происходят у нас, когда была война, или ты следил за тем, когда здесь развивались события еще относительно мирные, когда был Майдан, когда... Вот как ты обратил на это внимание? Я не думаю, что в Бразилии уж самая главная проблема, что там происходит на Украине. Вот как ты обратил внимание? Ну, конечно, мы знаем, что идет на мир. Это не трудно сегодня с интернета и так далее, чтобы знать информацию. Ну, я тоже не сделал внимания на Майдан. Это проблема, которая приходит везде в мире. Греция так есть, испанская, Португалия, даже в Бразилии есть много так. Ну, что до Майдана не будет сделать почву в Киеве? И начинать война здесь, в Донбассе, это был сюрприз для меня. И я вообще не подумал, до когда война в мае, чтобы война будет. Развитие событий сюрприз. Такое тебя удивило, да? Что да, мирные это... протесты относительно переросли в такую жесткую фазу. А скажи такую вещь, много ли среди твоих сограждан, земляков Бразилии, вот людей, которые интересуются этой проблемой и как-то имеют свою точку зрения, либо... за Новоруссию, либо против, вот как это, насколько это... В Бразилии у нас есть интересная ситуация. Наше государство 100% нейтральное. И можно сказать, что наш руководитель теперь, наш президент Дима, она за Россию. И эта ситуация, БРИК, и мы близки из России, чем за Америку теперь. Ну, у нас есть еще так, тоже как здесь, много олигархов, которые за Америку, за Запад и Европу, и такое хуй. Ну, наши люди... 100% нет, потому что никогда 100%, но большинство за Новороссию. И есть человек, который думает, что Россия попадала к нам, есть агрессоры и так далее, но и то же самое за Новороссию, потому что не знают, что украинская сила здесь в Донбассе. Ну, например, всех человек, которые знают, которые хотят быть доброволец здесь, они за Новороссию. Человек, который говорит против нам, это человек, который сидит на жопе ров, прямо в компьютере и писает только глупости в интернете, но ничего практически сделать. И очень мало тоже так и. Бразилия очень близкая для Донецка страна, потому что здесь все, ну не все, но большинство людей, дончан, и не только дончан, болели и болеют в той или иной степени за команду «Шахтер», где очень много играло бразильских футболистов. Mm. Вот, ты как-то интересовался именно вот этой вот? Ну... Я всегда знал, что здесь, в Донбассе, был много игрок. У меня есть, ну, не племянники. Сыну, моя тетя, это что? Сын твоей тети, двоюродный брат. Мой двоюродный брат, он футболист, ну, аматор-футболист. Любитель. Любительник футболиста, за это я и знал. Он интересовал про возможность здесь играть. Но я сделал внимание, когда один бразилец здесь, который есть украинско-гражданский. Украина сильно хотела взять такой человек, чтобы служить на украинскую армию. Он был против. Ну, за этого история больше интересовал, но я не знаю, как закончилось то. Какие-то планы у тебя есть? Вот, допустим, все мы верим в то, что война должна закончиться рано или поздно. Естественно, мы хотим, чтобы она закончилась нашей победой. Вот. Какие у тебя планы на послевоенное время? Останешься ли ты здесь или будешь возвращаться в Бразилию? Ты парень не женатый, у нас много красивых девчонок там. Да, согласен, 100%. 100%? Ну, пока холостой, ничего не получил. Я постоянно на поле боя. Это не место, чтобы не девчонок, познакомиться. Да. И тоже я хочу, что эта война будет быстро. Ну, давай прямо говорить, эта война будет очень долго. Политика мешает. Сильно, чтобы серьезное наступление до Харкова, или до Днепропетровича, или до Хив, у нас нет пока. Пока. И так далее, я обращаю внимание на настоящее время. У меня до здесь должен. Я не в больнице, но я не остановил работу. Мне постоянно надо знать, как мой взвод будет, поговорить с моим командиром, и сделаю мою личную вещь тоже.
оружие и номер, документы, человек, который надо и так, или так. Только я пока, который говорю по-русски, на моей извоз, тогда за это очень много дел есть. У меня никаких времени, чтобы думать о будущем после войны. Только теперь на работу. Что я хочу после войны, это сделать путешествие. Хочу каникулы, иди на юго-восток и Азию. Но это тоже не план, это только мечта. Что буду делать после войны, куда буду на год, не знаю. И не переживаю этого тоже. То есть пока планы ты такие не строишь. Сейчас есть текущая ситуация, ты именно... Пока это победит война. Я понял, работаешь. Вот такой у меня еще вопрос возник. Как вы, это же интербригада, да, как вы между собой взаимодействуете во время боевых действий? Вы говорите на разных языках, там, как это общение происходит? У нас есть три группы. Первая группа – это французский, вторая – это бразилец, и третья – это русский. Я получил приказ из моей начальники, я столько жду группу должен делать. Я даю приказ командиру группы французской, который будет заниматься его делом на его позиции, и они через них поговорят по-французски. То же самое с бразильцем, но на португальском, и с русскими, и по-русскими. А когда не на бой, мы общаемся на всех языках, и по-русски, по-португальски, французски, попробую тоже на английском. Человек попробует учиться все языки, но главное учиться русский. Но пока русский очень трудный язык. Очень трудный. Да. Но на войне все учатся быстро, и, наверное, языку в том числе. Да, главное слово, ну, лежи, право, лево, атакируй, отпусти, держи позицию и так далее, человек уже знает. Наверное, есть еще ряд главных слов, которые ты сейчас в эфире не будешь говорить. Мое любимое слово, это да. Тоже на бой это больше сигналы, чем говорить, но это всех понимает. Ясно. Рафаэль, такой вопрос. Может быть, ты сможешь сейчас нам рассказать о самом запомнившемся тебе моменте вот этой войны, именно для тебя? Может быть, что-то необычное было? Может быть, что-то, что тебя потрясло очень сильно? Ну, что трудный момент, это когда у нас есть ранение. Не я. Мне похуй на меня. Я знаю, что надо делать или нет, если будем умирать. Для меня это без проблем, пойду в Валхалу, все. Но когда я вижу моих друзей, которые ранены, это очень трудно для меня. Я все сделал нормально, но это сделал сердце болит очень сильно. В Дебальцеве я потерял очень много хороших друзей. Видел друзей, которые попадали на больницу тоже. Это ужасно, когда человек потеряет руку или все здесь открыто. То есть на тебя самое большое впечатление производит именно страдания твоих друзей? Да. Когда мы голодим или холодим, ну, замерзаем, ну, это нормально. Это можно сказать, что, ну, смешно. Стоят на копоть 10 дней без еды. Так, ну, это вещь, которую мы будем рассказать наших детей, наш внук, и мы будем смеяться на этот вопрос. Ну, когда наши друзья умирают или попадают в ранение, это не смешно вообще. Как ты оцениваешь противника? Из регулярной украинской армии для меня это жалко, потому что я считаю, что они наш брат, они тоже славянские. Ну, человек, который правсектор и другой батальон, наемник, как и многие есть, никакие отношения. Я даже плен не сделал. Наши командиры все согласали, если попадает в плен, можно сразу убить. Они не человек, они мешок мяса. Попадают к нашей земле, убить наших детей, наши старенькие, наши ветеранские. Никакие отношения даже не есть. Как ты их оценишь с профессиональной точки зрения, именно как они воюют, ну, или не очень? Есть батальон из ним, который очень хорош воевать и знает все, как дели и так далее. Других, ну, регулярную армию, до сих пор они смели, они, если есть приказ держать позицию, они до конца будут держать позицию. Но когда есть приказ, можно отпустить, они бросают все и отпустить. Это можно сказать, что они умеют воевать, но они не хотят воевать. Они здесь, потому что государство сказал, ты будешь, если не будешь, я не знаю, какое наказание есть, но должно быть сильное, потому что это точно, они воевать не хотят. Ну, может быть, ты хочешь что-то пожелать им? Вот, допустим, я знаю, что наши сюжеты, наши передачи смотрят и люди там, то есть на Украине, которые против нас, они все равно смотрят, и ты можешь обратиться к ним, допустим, к тем, кто воюет, или к тем, кто им сочувствует, своим украинским воякам. Вот, может быть, ты что-то пожелаешь? Ну, мое желание – учить историю. Смотри, как я это начинал, почему начинал. Если еще веришь, что Россия здесь,
Давай, иди в Россию, иди сюда и посмотри, здесь никакие русские армии. Россия помогает нам только с гуманитарной помощью. А посмотри, кто противный, ну, кто плохой человек. Как и Порошенко попадал в Сирию. Это нелегально, что они делают. Почему такая война? Кто интересен в этой войне? Россия интересовала в этой войне, зачем Россия надо Донбасс? Россия не надо Донбасс. Россия уже огромная страна. Россия хочет, что украинская, Украина будет сильно народна, потому что они партнер в экономическая вещь. Понял, что я хочу сказать? Да, да, да. Эта война, это не интерес для России, это не интерес для Украины. Это только для этого проклятого полицейского, который хочет сделать карьер, и похуй его страна. И для иностранцев земля, ну лучше ничего сказать туда. Вот это что я хочу им говорить. Ну ты выразил все четко и понятно. Рафаэль, большое тебе спасибо за эту беседу, что ты согласился прийти на съемки. Мы очень приятно, ну не удивлены, но просто приятно было с тобой беседовать. Видно, что ты человек очень подготовленный и не зря сюда приехал. И спасибо, что ты приехал и помогаешь нам, и делаешь эту работу. Я желаю тебе победы, здоровья скорейшего, возвращения в строй. И твоим близким и родным тоже всего самого хорошего. Спасибо. Пожалуйста, но пасарам. Но пасарам.